Сегодня мы с Лаской потеряли свои тела, и от них осталась только голова. При этом у нас недоступен весь инвентарь, кроме одного слота. Но получится ли у нас выжить в таком мире? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Ну а мы начинаем. Ласка, а я тебе говорил, что те волки неприручены. Скретчи, ну я чё знала, что они вот так вот возьмут, съедят наши части тела, и одни головёшки останутся. Господи, ладно, давай что-то с этим думать, потому что с одним слотом в инвентаре выживать невозможно, мы уже это проверяли. Да, я проверила-то. Ня-ня-ня. О, это чё такое? Смотри, какой-то каменный дом. Нет, это не дом, это голова. Чего, голова? Типа как мы тоже голова, и это голова. Но мне кажется, не просто так здесь что-то круглое, как наши головы. Смотри, выглядит... Офигеть, это похоже на какой-то череп. Погоди, не вижу. Это похоже на дом Сквидворда. Дом Сквидворда, реально. О, какие-то сундуки и какая-то книжка. Издавна существовала раса, у которой было лишь одно – голова. О, это про нас, Фласка! Ну смотри, существовала раса, у которой было лишь одно – голова. Для того, чтобы существовать на этом свете, они строили храмы по всему миру, в которых находились сундуки, наполненные предметами. Эти предметы помогали им в повседневной жизни. Одним из мест хранения вещей головитов стал этот священный храм. Всего существует 5 храмов, и они находятся в разных биомах. Прости, Скретчи. Такой рассказ какой-то длинный. Я вообще ничего не услышала. Подожди, одним из мест хранения вещей головитов? То есть те, у кого одни головы, их называют головиты? Звучит очень странно. Подожди, а что в сундуках-то? Мусорное ведро, артефакт, использовался головитами для хранения вещей. Чего? Смотри, я прицепил мусорное ведро к себе. А как прицепить? Фига ты каску надела. Подожди. И чё? Смотри, я могу открывать это мусорное ведро, и у меня здесь дополнительный инвентарь. И чего большой он? Ну, нормальный. А ты нажми, может, у тебя в каске то же самое? Да. Ну, тут же написано, что вещи использовались головитами для хранения вещей. Точнее, вот эти вот сундуки всякие, ведра, каски. Ну, слушай, что скажу, придумано прикольно, потому что с одним инвентарем неудобно выживать. Но благодаря моей каске, вообще это нелогично, почему каска дает мне инвентарь, но да ладно. Посмотри, ты под каску типа засовываешь вещи, а я вот это маленькое мусорное ведерко. Я хочу мусорное ведро. Нет, извините, с мусорным ведром буду прыгать я. Подожди, там было сказано, что есть 5 храмов, которые находятся в разных биомах. И там всякие вещички, которые помогают таким, как мы. То есть, может нам найти эти храмы все? Ты хочешь грабануть храмы? Звучит хайпово, поперли. Ладно, поперли. Так, подожди, мы с тобой сейчас в обычном самом биоме. А какой биом приходит второй в ум? Конечно же, пустынный. О, логично, тогда отправляемся в пустынный биом. Ты знаешь, где он? Конечно, знаю, я там недавно был. Была, пополняла свои запасы ТНТ, пойдем. Только вопрос, где теперь твой ТНТ? Собак съели, наверное, вместе с телом. Господи, ладно, погнали в пустыню. И если в этих храмах реально вещи, которые помогают тем, которые, ну, состоят из одной головы, это просто офигенно. Мы там найдем с тобой кучу всего интересного. По крайней мере, я надеюсь. Посмотрим, посмотрим. Дико интересно, что же там. A few moments later. Подожди, это тоже похоже на храм в виде кактуса? Где? Я ничего не вижу. Сзади. Каска твоя, что ли? Глаза закрывает. Я обиделась. Враг не закрывает. Вон. Кактус. Да куда ты? Я обиделась. Плоско, давай, пойдем. Я тебя буду двигать. Я обиделась. Все, не обижайся. Уи, погнали тогда. Да куда? Ладно. Ну, храм в форме кактуса нам определенно нужно туда. Что за мини-кактусы? Что вообще в этом мире происходит? Где мини-кактус? Чего это кактус? Мини-кактус какой-то. Смотри. Что это? Скинь меня, дай посмотрю. Не знаю, да. А ну-ка, пятиконечный кактус. Так, ладно, давай его вернем обратно и пойдем посмотрим, что в храме находится. Шмоточки. Но теперь зато мы знаем нашу историю. Мы головиты. Правда, мы ими стали, потому что... Какие? Ты что, дурачок? Мы не головиты. Мы обычные Майнкрафт-персонажи. Мы же не раз какая-то. У нас руки, ноги были. Так мы не можем быть головитами. Так я вот про это говорю. И мы были бы головитами, если бы нас собаки не сожрали. О, сундук! Подожди, я, кажется, мусорное ведро надел. А ну, сундук головитов. Пусто. Ну, почитай, видишь, что-то написано. Головиты любили прятать свои вещи, чтобы их не нашли чужаки. Главный головит любил собирать пятиконечные кактусы до тех пор, пока они не исчезли с нашей планеты. Предание гласит,
будет, если поместить дюжину таких кактусов в бамбуковый короб, сундук головитов наполнится артефактами. Я ничего не поняла, я пыталась сундук открыть. Да там пусто. Короче, там сказали, что нужно вот в бамбуковый короб дюжину этих собрать. Ты зачем каску выкинула? Да я что-то подумала, что у меня, типа, на правую кнопку мышки открывается моя каска. Вот, и подумала, может быть, на самом деле там что-то есть. Нет, там ничего нету. Подожди, дюжина пятиконечных кактусов. Там написано, что они вымерли с нашей планеты. Ну, кактусы, откуда они тогда тут? Я откуда знаю? Скрэч, спроси чуть полегче. Что-то не со стыковочки. Так, я знаю, что дюжина это 12. Получается, нам нужно каждому собрать по 12 кактусов, правильно? По 12? Офигеть! Так это много! Да я уже 6 собрал. У меня 2. 2, у меня уже 8. Ну давай, короче, я собираю, потом распределим. В сумме нужно, получается, 24 штуки. Все. 6. Я 2... Блок слизи? Где? Вот он лежит. Так возьми его, пригодится. Так, мусорное ведро, пятиконечный кактус, это сюда, вот, а кактус... А кактус тоже сложу. Все, я 12 кактусов добыл, у тебя сколько? 11 и... Да, вот это мой последний. Да. Так, получается, нам теперь, достану я пятиконечные кактусы, нужно сложить их в бамбуковый короб. Господи, что происходит в этом мире? Нас просто обглодали собаки. Бежит такая строитель с кактусом. Так, получается, это нужно скинуть сюда. Так, я скинула. О, а где наши кактусы? Ты подобрала? Нет. Кнопка. Тык. Я нажал на нее или нет? Блин, у меня постоянно открывается мое мусорное ведро. Это так неудобно. Так, подожди, сундук головитов. Не... О, ты нажала. Че, ничего не происходит? Походу нет, скретчи. Да что за разводиловка? Вот я так и знал, что это... О, во, появилось. Кибернетический монокль использовался головитами для защиты. И маска аквалангиста использовалась головитами для изучения подводного мира. Фласка, что ты хочешь забрать? А я не знаю, что хочешь. Бери себе, а мне давай второе. Блин, я очень хочу затестить кибернетический монокль. А ну-ка, смотри. Ой. Тихо-тихо, осторожно. Слушай, фигня прикольная. Мне б такую пукалку чисто потинти. Так, ладно, да, пока что держи. Я хочу еще маску аквалангиста затестить. О, вот это я понимаю, чисто. Ласка, мне кажется, он у тебя не на глазе где-то. Погоди, а где моя каска? Ты чё, каску прокекала, что ли? Да не, вот она, не волнуйся. Все нормально, нормально. Блин, Фласка, с одним слотом это просто капец какой-то. Так, все, подожди, маску начепил, пойдем, нужно все это протестировать. И нужно найти потом другой храм. О, а ну, дай лазер свой затести на вот этом чертильнике. Так, давай. Чисто каску такая выкинула. О, вот так. Нифига себе, слушай, а мощная штука, так-то я тебе скажу. Ну, а я тебе о чем? Ну, неплохо, неплохо. Так, подожди, знаешь что? Нам говорили, что храмы расположены по всему миру. А может, храм есть еще где-нибудь подводный? Ну, вообще звучит логично. Причем нам дали эти вот... приколюхи для водного плавания. Слушай, возможно. Только приколюху, посмотри, как я как будто загораю просто такой. Оба. А что ты так быстро плаваешь-то? Так потому что я в маске аквалангиста. Нифига. Так, слышишь, ласта на тебе нет, оно тебе позволяет дышать и не плавать. Ну, видимо, у головитов это работает немного по-другому. Почему у них такое странное название? Головиты. Без понятия, кто придумал такое название. Так, Фласка, блин, жалко, я тебя на руки не могу взять, чтобы мы быстро доплыли. О, ну, дышать под водой, то, что я могу, это просто офигенно. Фласка, плыви! Ты сможешь! Я тебя уже потеряла, ты где? А вон, прямо просто плыви, видишь, меня голова торчит. Да, вижу. Я плыву! Давай. Блин, подводный мир Майнкрафта. Правда, такой прекрасный и чудесный, что здесь только не встретишь. Сундук? Там сундук уже, я даже доплыть не успел, твою курузину. Давай, Фласка, ты сможешь, греби своими ушами, зубами, носом. Рожками. Реально, ты рожками чисто этот, вот, видишь? Я как акула. Нифига себе, сундук. Это что за мистер Крабс? Это ресторан мистера Крабса? Реально, ресторан мистера Крабса какой-то. А ну-ка. Как это работает? Вот опять читать нужно, господи! Головиты любили игры и головоломки. Их любимая игра — прятки. Они прятали все, начиная от предметов и заканчивая ключами. Фласка, подсказка. Я дышу. Кстати, да, тут можно дышать. Они любили играть в прятки, и они спрятали где-то ключи. Давай искать. Ой, я даже не знаю, как должно это выглядеть. Как сундук или как что? Оп! Подожди, Фласка, иди сюда. Вот. Смотри, видимо, вот так вот они в прятки играют. Где? Я тебя не вижу. Сзади. Где? Головешка где? Плавающая. Да назад, налево. Да то право. Да погоди, я сдыхаю. Господи, почему у нас всего одна маска аквалангиста? Я не знаю, вообще не подумали обо мне, осуждение. Да
Давай, Фласка. Ну, изначально вообще я хотел себе монокль забрать. Можно было маску тебе. Вот здесь, походу, и есть ключ. Только как это копать, блин? Мы полдня копаем. Ты себя... Я испепелю! О, дышать могу, прикинь. Где? Все поломало. Ладно, нужно, походу, сломать вот эту красную штуку. Я ломаю, Фласка. Можешь ехать дышать? Ключ! Сейчас, Фласка, подожди. Мне нужно что-то сделать. Мусорное ведро выкину. Возьму ключ. Теперь, блин, куда мусорное ведро плывет? Сейчас нужно теперь очки снять, выкинуть. Надеюсь, мусорное ведро. И в него положить ключ. А, блин, Фласка, это какой-то кошмар. Погоди, нам еще один ключ нужен? Ну да, мы, походу, нашли только для прохода в одну дверь. А, так вот. Ну, вообще ничего сложного. Вот это они, конечно, в прятки играли. А какие прятки, если они обозначают все крестами, а? Не знаю. Слушай, у меня чувство, что я в какой-то экскурсии в музее в каком-то. А почему в музее? Ну, типа, рассказывают, что они любили до этого, потому что они, типа, их раса вымерла. Ну еще бы, слушай, иметь одну голову так-то сложно. По факту. Вот ты где, ёшкин ты кот, я тебя не искала. Ладно. Так, вот ключ, подожди. Сейчас, лови маску, я быстро надеваю ведро, потом быстренько ключ беру, засовываю ключ сюда. Блин, надо подышать, Фласка. Взаимно. Надо этот, короче, быстренько давай поплывем в сундуки, там можно дышать, и я там тебе дам ключ. Давай. Дышать. Так, сейчас, Фласка, я достаю ключ, один скидываю тебе, бери. Вон он наверху, уплывает. Ну, ёшкин ты как мне его взять? Выкидывай, короче, очки свои, клади их в сундук, точнее, в каску. А где ключ-то уже? Я ключ потеряла! Так вот он плавает. А, это каска твоя плавает. А где ключ? А может, ты его подобрала уже? Я откуда знаю? Вот он, бери. О, так, каску, ладно, с каской потом разберемся. Просто нужно, походу, взять ключ. О, а ну-ка, дай-ка я тоже. Так, все, я открыл. О, трубочка. Тут гарпун из лиан. Чего? У меня, подожди, трубочка, надо подышать. О, Ласка, забирай каску, сваливаем из этого храма. Тут максимально неудобно. Так. Не, короче, в жопу каску забираю только удочку. Подожди, а остальное у тебя же в каске вещи. Нет, у меня там нет ничего. Да? А где твой кибернетический глаз? А, на тебе. На мне. Ладно, давай я на всякий случай заберу твою каску, положу в свое мусорное ведро. Все, пойдем. В свое мусорное ведро. Ой, господи, надо подышать. Ласка, твой кибернетический глаз засунуть к себе в сундук. Я погоди, я не понимаю, что эта фигня делает. Ну, куда-нибудь бахни. Фига ты на лианах притягиваешься. Ну, типа, хочешь зато. А ну-ка давай. Подожди, а у меня трубочка какая-то. Блин, так, трубочку я сложу. Твой глаз сложу. А где лианы? А вот у меня гарпун из лиан. А ну. Блин, нужно ее сначала на голову нацепить. Так. Как сложно быть вот этим вот головитом. Так, и чё? О, смотри. Так чё смотри? Я же уж затестила ее. Так, ладно, Фласка, держи свой этот гарпун из лиан, а я хочу затестить свой трубочку из бамбука. Так, это надеваем, это сюда. Чё за Пиноккио? Кстати, Рилли, ты как Пиноккио. Сразу видно, скрыть, что ты врешь. Прости, Фласка, я не знал, что это тоже на тебя работает. Это отравление на 15 секунд. Ну ты не поверёшь, у тебя полсердечка останется. Будь моя воля, я бы тебе этот нос в точилку засунула и прокрутила бы на 360. Вообще-то, эта трубочка использовалась для охоты. А ну-ка, надо на кого-нибудь поохотиться. Она выглядит это просто, как будто нос с одной дыркой. Смотри, иди сюда, я тебе покажу. Ну, как использовалась. Тыщ. О, что, все, что ли? Счастливый-то какой, я не могу. Не, слушай, штука прикольная, не то, что моя фигня. Не, ну твоя фигня так-то тоже прикольно передвигаться. Так, да ну, присоска какая-то недоделанная. Присоска недоделанная. Так, подожди, мне нужно теперь поменять трубочку вот сюда. Точнее, блин, ведро, трубочка. О, господи. Фласка, пойдем искать следующий храм. Мы не были еще в джунглях. О, точно, поперли. Твои лианы как раз-таки, мне кажется, там идеально подойдут. По факту. Я тебя потерял. Ну ладно. A few moments later. Почему мы так быстро постоянно находим эти храмы? И кстати, ты заметил, что из-за того, что у нас нет тел, мы нифига с тобой не голодаем. Ну кстати, да, удобно. У нас же нет желудка. Да, у нас нет желудка и некуда потом еде это того. Ладно, неважно. Так, я уже говорил, что головиты любят игры. Вторая их любимая игра — ловкач. Они могли засунуть любую вещь так высоко, что не каждый мог до нее дотянуться. Что это? Ласка. Это что за Наруто у нас поперло? Наруто! Сейчас, смотри, ну я профессионал тут сейчас по-быстренькому. Оп, и все. Что там, Скретчи, как оно? Ты что, уж наверху прыгала? Что там, Скретчи, как оно? А я тебя не вижу.
ты что нажала? Ты себе ничего не нажимала. А почему я упал? Я откуда, да, ничего не нажимаю. Что за разводиловка? Почему у тебя вон она стоит с гарпуном своим, а? Чертила. Давай, я не кидаю его, давай, нет, давай, на. Я сам, я настоящий головит, смотри. Сейчас я тебе докажу это. А я нет, скрича, а я сразу говорю, я не головит, мне это фиг... Чё? Ладно, Фласка, поднимайся, я уже практически дошел до финиша. Вот она, читерка. Какая читерка? Я паркур не люблю, поэтому, видимо, мне гарпун достался. О, тут сундук. Да, слушай, мы сами друг другу двери выбирали, точнее, ты выбирала дверь. О, Фласка, сейчас подожди. Оба, ёшкин, я почти приехал. Вот он я. Скрыть, это было так долго, что просто капец. Ты уже смотрела, что в сундуке? Нет, тебя ждала. Коньки! Использовался головитами для быстрого передвижения по льду. И снежинка для заморозки врагов и поверхностей. Фласка, чё, кто я хочу коньки? Кто чё, я хочу коньки. А ну-ка, смотри! У меня как будто мини-ножки под ногами. Слушай, ну вообще выглядит забавно, да. Господи, так, пойдем, нужно все это затестить. А, так заморозь воду. Заморозить воду? Да ёшкин ты кот, что за... О, чё? Зырили морожу. О, смотри, как я быстро по снегу в коньках начал это бегать. Слушай, мы походу с тобой связаны. Я создаю путь, а ты на коньках едешь. На коньках еду, да. Подожди, я так делаю. Путь делаю, воин дракона. Какой путь? О, господи, о, а ну-ка, сейчас попробуем. Мяу, ну да, я прям гораздо быстрее в этих коньках становлюсь. Только что ты там это, запоролся, да? Ловушку мне сделала какую-то. Нет, неправда. О, подожди, может быть снег это намек на то, где находится следующий храм? Если снег намек, так это я проделала дорожку. Нет, ну у нас снежные инструменты, коньки, у тебя этот, снежинка. Снежный биом, о, возможно, да. Поперли. А ну-ка, погоди, а ты можешь воду замораживать, чтоб лед был, и я потом на коньках такой, мяу. Ты на коньках, а мне что, а мне пешком, да? Ну да, зато ты заморозила воду. О, прикол. Мяу, поехали. Фласка. Ты куда на дно ушла? Да ёшкин ты кот. Господи, как у тебя это получается? Да ты жопа, да ты жопа сутулая. Фласка. Ладно, ребят, встретимся, как дойдем до снежного биома. Я думаю, он недалеко. Фласка, давай я тебе коньки дам, а сам снежинкой буду. О, давай. Да, забирай. Нет! Ну ты вот, ну понятное дело, оно уплывет-то на этом, на льду. Все, я готов. Ага, понял. Во, погнали. Во, вижусь профессионально. Уи, все! Ты в дырку упала? Я вроде нормально. A few moments later. Посмотри, какая дорога у нас, как выглядит красиво. Красиво, красиво, молодец, Крычи. Да, я старался, я строил. Тогда я твою снежинку в сундук уберу. Нам все-таки нужно уже выбираться, потому что мы добрались наконец-таки до снежного биома. Господи, это было очень тяжело. А почему от меня снег идет постоянно? А может, у тебя снежинка, наверное? Нету, я ее в рюкзак убрал. Ах, устала я что-то. Ты лежишь, как будто маленький ребенок упал просто. На льду. Помогите. Ох. Мы смешарики, я понял. Кстати, да. Ладно, пойдем. Нам нужно теперь найти храм. Это храм выглядит как какой-то этот леопард снежный. Какой леопард? Ты про вот эту вот здоровую пику? Нет, вон там я увидел глаза и розовый нос. Я подумал, ты про эту здоровую пику. Смотри, или это бобер снежный какой-то. Я не знаю, выглядит стрёмно. Выглядит реально стрёмно. Это лев, кажется. Лев, в натуре лев. Так, что это такое? В сундуке пусто, там. Я уже говорил, что головиты любят игры. Какая их самая любимая игра? Все, что вам нужно знать, 4. Чего? 4. Игра 4. 4. 4 чего? Надо подумать. А, нет, какая их любимая игра? Тут сначала спросилась. Какая их любимая игра? А, там же говорили, что их любимая игра прятки. Да, то есть все, что вам нужно знать, 4. И, видимо, сюда 4 чего-то нужно положить. А 4 чего? Типа они что, опять заныкали? Я не знаю, походу, что-то за... О, смотри, Фласка, сундук. Вон, видишь, подо льдом. Вообще, хз, как ты его увидел? Я увидел сундук. Блин, что-то мы долго копаем. А кирки ну нет? Ну да, такое себе. Сейчас, я тут подкопаюсь и... О, что там? Ключ, бери. Розовый ключ, так. Ты так в коньках смешно выглядишь. И нам где-то нужно, походу, найти 4 ключа. Может, в этих... Смотри, 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 подскользнулась! Уи! Ты где? Фласка, ну куда ты подскользнулась? Я упал. Пойдем, я тебя подвину. Пойдем. Спасибо. Мне кажется, вот как раз-таки в этих синих глыбах и спрятаны все ключи. Вот было бы еще чем ломать, было бы вообще круто. Да, головешкой ломать. Да, сундук. А как я тот вытащил? Почему я этот не могу вытащить? А кто тебя знает? Я еще одну глыбу нашла, уже копаю. Давай, копаем, копаем. А я пока посмотрю, что в этом сундуке. Здесь тоже ключ. Походу, 4 ключа надо. Да, на, вот тебе еще один ключ. Будешь хранителем ключей. О, они хотя бы
стакаются. Ну так, о, с первой попытки. А ну-ка. А где еще один ключ? Вот там я не нашла ключ. Сколько у тебя ключей? Два. В смысле? А, ты не нашла ключ в той глыбе? Да, его там нет. Ты уверена, что его там нет? Ну да, я копала. Может, он выше где-то? Вон он! Капец. Так, ладно, подожди, дай. Копала, она все выкопала, сундук не выкопала. Во, забирай ключ из сундука. И на еще один. Четыре. Все, погнали. Все, что нам нужно знать, четыре. И вот четыре есть. Закидывай в эту, в дырку. Не упал. Да фласка, хватит падать. А, все нормально, в какую дырку? Вон, он туда, наверх. Ну и что там? О, ключи пропали, кнопка. Подожди, в сундуке пусто. Нажимаю кнопку, нажал, и в сундуке пусто. Наверное, как там, нужно потыкать побольше. Давай я потыкаю, сейчас потыкаю. А ну-ка сюда, сюда. Давай, тыкай. Все, я упал. Бракованные кнопки, сколько вам лет? Почему вы не... Чё там? Маска дракона или пружина? Написано тайный артефакт. Какой ты хочешь? Маску дракона. Бери. Я возьму тогда пружину. Использовался головитами для передвижения. Так, мусорное ведро. Выкидываем. Пружину! Сушится! Ой, господи, я из-за тебя сгорел! Слышь, сгорел. Фига ты, лев-тигр. Я лев-тигр, смотри, тот еще. Это я на утренне, когда мне красками нарисовали мордочку. О, прикольно, смотри. Мью. А ну, что ты могешь? Фласка, осторожно! Ты что делаешь? Да? Ты весь пол сожгла! Скрэч, это пипяу! Что происходит? Да ты не рычи, столько сгоришь! Я наверху! О, привет!